Добрый день, уважаемые жители Усть-Кубинского района. Я от всей души сегодня поздравляю вас с праздником Днем района и с открытием 17-го областного фестиваля профессионального мастерства мастеров-лодочников. Вам посчастливилось жить на очень красивой, древней усть-кубинской земле. Земля очень красивая, но сегодня Усть-Кубинский район – это еще и место, где развивается сельскохозяйственное производство, активно идет жилищное строительство. Есть все для того, чтобы жить, радоваться жизни и двигаться вперед. Очень знаменательно, что именно Усть-Кубинский район стал визитной карточкой фестиваля мастеров-лодочников. И как мы перед началом праздника разговаривали с нашим прославленным адмиралом Поповым, конкурс набирает обороты, интерес к нему не снижается. Это значит, что сохраняются древние традиции, передаются из поколения в поколение. И к этому конкурсу, к этому замечательному промыслу проявляет все больше интереса и молодое поколение. А значит, традиции будут живы, значит, история перейдет в современность, и тогда мы будем все вместе двигаться вперед. Дорогие друзья, я поздравляю вас еще раз с праздником. Счастья вам, благополучия и процветания. И позвольте мне от губернатора Вологодской области вручить приветственный адрес самыми добрыми словами и пожеланиями главе Усть-Кубинского района. Медалью за любовь и верность награждается семья Степичевых Алексея Ивановича и Тамары Николаевны из села Заднее сельского поселения Усть-Янское. Жить и трудиться на родной земле, помогать детям, растить внуков, поддерживать друг друга – главное для супругов Степичевых. Они прожили вместе полвека и 20 мая 2017 года отметили золотую свадьбу. Супруги Степичевы вырастили двоих достойных детей, а сейчас помогают в воспитании внуков. Алексей Иванович увлекается рыбалкой, сбором грибов и ягод. Тамара Николаевна создает уют в доме, любит выращивать цветы. Односельчане отзываются о них как об общительных, приветливых людях, пользующихся уважением у односельчан. Семья Степичевых – пример для семейного подражания и уважения друг к другу.